Тау. Так что же, таят в себе эти три магических буквы? Теория автоматического управления. С самого начала своей истории, люди пытались использовать в своих целях силы природы и подручные предметы, то есть, пытались управлять ими. Так что же означает термин «управлять»? Например, будет ли являться управлением, ну скажем, перекатывание камня с места на место. Или рыхление земли палкой-копалкой. Или если швырнуть в кого-нибудь камень, убивамень. Да, все это является управлением. Рассмотрим другой пример. Дрессировка животных или, допустим, взаимоотношения начальника и подчиненных. Это ведь тоже своего рода управление. Следовательно, управлять можно не только неодушевленными предметами, а животными и даже человеком. Для осуществления автоматического управления необходимо создать систему, в которую будет входить объект управления и тесно связанное с ним устройство управления. Такая система носит название ⁇ Система управления ⁇ Система управления, как и любое другое техническое сооружение, должна быть как бы конструктивно жесткой и динамически прочной, или еще говорят, устойчивой. Это значит, что несмотря на неизбежные помехи со стороны внешней среды, система управления должна быть способна выполнять предписанную ей программу действий. Впервые с необходимостью бороться с внешними помехами или еще можно назвать эти помехи возмущениями столкнулись создатели высокоточных механизмов, например, часов. Ведь даже минимальные, но действующие постоянно помехи в конечном итоге приводили к отклонениям от нормального хода, недопустимым по условиям точности. Чисто конструктивные средства, такие как улучшение обработки деталей. Повышение их массы или увеличение развиваемых устройствами полезных усилий не решили проблему противодействия внешним помехам и возмущениям. И тогда, для решения проблем точности, в состав систем управления стали вводить регуляторы. К примеру, в свое время арабы снабдили поплавковым регулятором уровня ⁇ Водяные часы ⁇ Вернее, это не совсем так о применении поплавковых регуляторов и водяных часов в 8-12 веках на Арабском Востоке было известно благодаря тому, что после падения Западной Римской империи развитие науки и техники в Европе приостановилось. На самом же деле поплавковый регулятор задолго до арабов был применен в водяных часах Александрийского ученого Ктисибия, построенных в II веке до нашей эры. Хитроумные водяные часы клипсидры были самыми точными, пока в 17 веке голландский физик Христиан Гюйгенс не придумал использовать маятник для поддержания незатухающих колебаний. Вода из источника по трубке подавалась в фигурку Амура, и затем по другой трубке вытекала из глаз амура каплями, словно слезы, и поступала в резервуар отделения каменной тумбы часов с пробкой по плавком. По мере повышения уровня воды в этом резервуаре, поднимался и поплавок. К поплавку жесткой связью крепилась фигура еще одного амура, указывающего пальчиком на деление на вращающемся цилиндре. Изогнутые горизонтальные линии на этом цилиндре обозначали часы. У древних греков сутки были разделены на день, от восхода до заката, и ночь, от заката до восхода. Один час равнялся одной двенадцатой дня или ночи. Летом дни длиннее ночей, а зимой, наоборот, и длительность дневных и ночных часов менялась в течение года. Кривизна часовых линий была рассчитана так, чтобы указывать верный час в любой день года. Вертикальными линиями цилиндр делился на 365 частей по числу дней в году. По мере наполнения резервуара по закону сообщающихся сосудов наполнялась трубка «Сифон». Когда уровень воды достигал изгиба сифона, вода из резервуара сливалась в емкость на одной из лопастей вращающегося колеса. Под тяжестью наполненной емкости колесо проворачивалось, вращая и сцепленное с ним зубчатое колесико. Это колесико проворачивало цилиндр на одну 365 часть окружности, так что пальчик Амуру указывал следующий день. Емкость на лопасти при повороте колеса опрокидывалась и опустошалась. Запускался новый виток работы механизма. Можно сказать, что часы к являлись первым автоматическим устройством, примененным для практических целей. Они были единственной альтернативой солнечным или песочным часам вплоть до XIV века, когда им на смену пришли механические часы без маятника, а затем XVII века и с маятником. В это время в связи с развитием техники в Европе появляются все новые виды оборудования, работающего в режиме автоматика. В настоящее время без автоматических устройств разного вида не обходится ни одно промышленное производство. И этот процесс движется вперед семимильными шагами. Началом развития автоматической науки следует считать разработку и обоснование в 1765 году Иваном Ползуновым замкнутой системы автоматического поддержания уровня воды в паровом котле.